Груви. Окей, окей, ладно. Окей, я готов, блин, я готов сделать это еще раз, друзья мои. Всем хай, с вами Юджин. Тот самый человек, который смог выбраться из дома Грейни. Единственный человек в мире, во всей истории, который это смог сделать. Сегодня я сделаю что-то невероятное. Просто восхитительное. Что мы с вами уже сделали? Первый раз мы сбежали на лодке. Потом мы сбежали на вертолете, подорвав Грейни гранатой и себя тоже. Сейчас мы сделаем последний штрих, короче, нам остался. И это выйти через дверь. Я напряжен, очень сильно напряжен, потому что я поверил в себя. И я меняю сложность игры на хард. Грейни двигается быстрее чуть-чуть. И один дополнительный замок на двери. Более того, вот эта штучка Nightmare. Ой, блин, попробуем так поиграть? Попробуем. Друзья, лайкосиков, побольше лайкосиков мне сейчас надо, иначе я не справлюсь без вас никак. Никак. Если вы здесь впервые, то подписаться нажмите, чтобы кнопка стала синего цвета. Кнопка подписаться должна стать синей или красной, я не помню. Смотрите, как замучено все. Музыка другая, текстуры другие. Это как раз-таки по мне. Ой, смотрите, шлеп-шлеп-шлеп, я прям по крови хожу. Это как раз-таки, чтобы накалить обстановку. Что это? Что это? А что это такое свисает? Кровавые подтеки. Ага, бабка пошла кормить свою тварь. Значит, нам, чтобы пробраться к двери, что нам нужно, чтобы через нее пройти? Какие вещи нам нужно найти? Я не помню. Я не знаю. Ладно, будем смотреть. А зачем? А зачем меня так пугают? Не надо, блин, такого делать больше. Слушай, они с музыкой постарались. Я прям чувствую себя не очень комфортно. Здесь ничего нету. Мне нравится это хлюпанье под ногами. Такое мерзкое. Как будто я... Как будто я на винодельне работаю. Ой. Это плохо? Ты плохо? Мистер Паук, какой маленький паучок. Смотрите, какой. Ха-ха. Просто ползает, бегает. Ладно. Реально, как будто виноград топчу. Что это там такое? Что это там такое уже лежит? Непонятно. Мне бы срочно в оружейную сныкаться. Ой. А, ладно, просто вниз, просто вниз, просто вниз, просто вниз. Есть! Как подфартило Евгению прямо сходу. О да, это самый настоящий Nightmare сейчас будет. Нет более читерского оружия в этой игре. Чем электрошокер. Иди-ка сюда. Неприятно. Вот все равно неприятно. А ей это как неприятно, да, представляете? Да, блин! Стрясни с дороги, бабка! Бабка! Что ж такое, а? Оп! Ключ отдал! Ключ отдал! Бабка, блин! Значит, смотрите, давайте, нам нужно заниматься сейчас перебросом вещей. Куда я пошел? Куда ты пошел, а? Быстрее, 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 быстрее. Нет, 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 нет. Скорее, Евгений! Нет, встрясни с дороги! Кто там пшикает? Подбирайся. Надо быренько так. Хоп! Где ты? Где старпер? Хорошо. Нам придется маленькими перебежками в этот раз действовать. Где? Дед. Дед. О!
Господи, как она быстро так появилась? Она не могла так быстро появиться. Берись! Не представляю, как так получается. Но камера работает. А деда там-то и нет. А деда там и нет. Что это фотки, да? Фотки на столе, в гробу видал. Нам они не нужны. Вот. Освободили местечко для нычки. Прекрасно. Эй! Коробки! Нафиг! Вообще, что это такое? Это даже не коробки. Шляпа какая-то. Так. А, это хеликоптер. Нет. Не надо нам. Сюда. Сюда. Давай. Ближе. Спасибо. Загубил бабулю, загубил. Вызывай деда. Срочно вызывай деда. Блин, так весело, когда есть электрошокер. Так безопасно. Кто повесил обратно? Ну-ка, блин, не смейте. Сейчас надо быстренько прошарить. Быстренько. Так, бензин не нужен. Чего себе? Пустота. Да вы что, издеваетесь? Где все предметы? Здесь посмотреть. Спарк-плаг? Нет, тут не нужно. Руль от лодки. Почему ничего нету? А, фу. Мерзость. Вот это нам стопудово нужно. Это дверь, я не по... А, это с другой стороны к вертолету. Тоже можно не парить мозги себе. Так, все, пало. Ключ от лодки. Нафиг. Давайте сразу... Да, откроем эту штуку. Почему бы нет? Вы представляете, это... Я убежал от нее тогда. Это при том, что она сейчас двигается быстрее. Вот это я дёру дал, да? Сейчас мне нужно снова от них избавиться. Надо, чтобы она отошла, я там спрыгну и сделаю нечто ужасное. Сейчас свалилась. Хорошо. Как напряжно сейчас было. Ну-ка, откройся, блин, скотч. Не знаю, друзья, для чего нам скотч. Сюда есть что? Вот эта штука нужна. Давай, оп. Скинуть вниз, я сказал. Погодите, быстро за электрошокером обратно. Нельзя оставлять его одного. Я здесь, мой маленький мой. Ладно, что у нас еще может быть здесь? Специальный ключ, прекрасно. Ну давайте дропнем его. Хорошо. Значит, план такой. Сейчас их устраняем. Страшно, блин, как неприятно музыка это начинает. Она просто действует мне на нервы. Все, бабка, давай. Приляг. Ну или постой. Деда. Давай сюда. Черт! Нет! Где он? Скорей! Вот сюда! Как я мог так тупо промахнуться? А! Паук, не пугай меня! Что ты вообще задумал? Он спалит сейчас меня, скажет: «Эй, Женек, там!» Надо мне. Как теперь понять, куда улетела эта штука? Вон она. Блин. Все, шел. Оркестр, ну перестань. Давайте подумаем. На кухне у нас ничего полезного нету. Мы только нашли специальный ключ, чтобы открыть те решетки. Нашли поворотный вот этот механизм, чтобы решетку поднять возле двери. И нашли лом, который единственное, что сейчас может быть. Не знаю, ключ от сейфа, по идее, должен быть внизу в ящике, где подвал. Давайте. Вот. Привлечем внимание. Да. Come to daddy. Прижгло, да? Муа. Девушки просто падают от меня. Давай сюда. Поднимайся. Ага. Еще ножка есть куриная, но сейчас пока от нее никакого толку нету. Давайте откроем эту дверь. Я сказал... Значит, вот здесь кинем. Итак, первое. Специальный ключ. А, мы еще здесь ничего не смотрели. Что это за звук? Вот. Вот оно. Быстрее. Я понял, паучок мне подсказал. Он такой... Типа там, она там, она сзади. Хорошо, ребят. Пока все неплохо идет. Что здесь? Ну, на всякий случай, мало ли мы решим. Вдруг я же такой непостоянный. Что нам нужно? Вот это нам нужно. Вот сюда. Бабка исчезла. К оружию. Призываю бабку. Блин, паук. Тихо.
Где дед? Где дед? Слушайте, слушайте, спускается. Вон он. Ладненько. Боже мой! Звуки. Свалило. Свалило. Оп, ключ сюда. И сюда, 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 и сюда. Чё-то мне голова кружится от нервов. Вроде бы неплохо идет, ни одной смерти еще не было. Тьфу-тьфу-тьфу. Кстати, это... Воу. Как ты вовремя пришла. Так, отойди. Отойди, прошу тебя. Тут идет, идет. Ох, чуть не промахнулся. Вот этот... Стой. Все, хорошо. Побежали. Должны успеть. Куриная ножка. Должны успеть. А что это значит? Что вот это было сейчас? Я думал, она стояла трупом, потом взяла и проснулась. Как так быстро? Мистер Евгений, я ждал тебя. Проснитесь и пойте. Кстати, да. Вот накаркал. Ни одной смерти не было. Вот было бы здорово, если бы так сейчас взял бы и прошел. Что тут? Ключ от сейфа. Да, я так и знал. Классно. Прячемся. Паук! Не выдавай меня. Сидим тихо. Папка идет. Тихо ты! Мне не нравится. Как это страшно выглядело! Словно чудище играет по правилам. То есть оно кайфует от этого. Да, ты под кроватью, но я тебя вижу. Окей, у меня в руках ключ от сейфа. Мы можем его применить сейчас, пойти, но я боюсь. Это капкан, такой, он выглядит очень странно. Знаете, как будто часть фейсхакера. Нет, как будто бы это повязка от коронавируса, только с коронавирусом. Окей, камон. Слишком, блин, страшно. Смотрите, значит, нам нужно будет этими щипцами и отключить электричество. И пойти наверх, открыть Дракулу. Я тебя вижу. Смотрите, она смотрит на меня. Она знает, что я здесь. Мне еще надо будет лом сюда принести, поскольку доски надо будет выкрутить. Хорошо, дед наверху. Папка. Вы где? Миссис Бабка. Миссис Бабка. Где же вы? А где электрошокер? А, он тут в коридоре должен быть. То есть мне здесь совсем не место. Вот он. Ладно. Понеслось! В сторону. Ага. Так, дед. Давай, блин, с двери пошел отсюда. С двери ушел. Молодец. Где эта фигня? Надо куда-нибудь вот сюда, что ли, сложить. А еще надо достать вот эти вот отверточку. Она здесь. И тут же появляются. Значит, у них спаун точки. Это вот здесь бабка может зареспауниться. Бабка, сюда. Да здесь я. Либо она на втором этаже на кухне может заспауниться, либо в своей спальне. Ну как-то да, давайте-ка вот так сделаем. Ты идешь ко мне или как? Да. Да-да-да-да-да. В сторону. Падай вот сюда. В сторону. Спасибо. Фу. Окей, все постепенненько. Хорошо, это мы смогли сделать. Нам надо теперь... Куда? А, сейф мы уже открыли. Все, мы с этим все сделали.
Щипцы нужны. А, еще лом нужно принести. Все, я замешкался, блин. Давайте так сейчас сделаем. Где лом? Вот он где. Вот так. Drop it like it's hot. Окей. Дайте мне чуть ближе подойти, сдохни. 30 секунд написано, ее не будет всего 30 секунд. Это жесть. Шаркает, шаркает, шаркает. Давай, давай, давай. Ты мне запорол все, ты понимаешь это или нет? Оп! Предлагаю еще раз их да, устранить еще разочек нужно. Проснулась, значит, да? Подухни. А, я не могу пока воспользоваться, к сожалению. Родни. Не могу воспользоваться. Да. Хорошо, что ты рядом оказался, дедуль. Вот реально хорошо. Быстренько! И сюда. И вниз. И за электрошокером. Не будь там. Ты не там. Значит, здесь что-то должно быть важное, а я не знаю, что. Помимо этого урода. Дверная ручка. Ладно, все нужно. Бабка, поберегись. Еще раз. Что у тебя? Ты что ты за кривой мальчик мой? Молодец. И дверную ручку следом. Уи. Да. Возьмешь? Возьми. Парни, блин, в жопе свербит. Это вообще нормально? Где она? Я не знаю, для чего нам нужны будут еще щипцы. Может быть, они будут для чего-то нужны. А может быть, нет. Так, погодите, это наш шанс. Отдай. Бабка! Он пришла сюда быстро. Вот так. Молодец. Дверная ручка. Теперь в целом только речь идет о ножке. Только ножка, только хардкор. Как же принести эту чертову ножку? Я не могу ее отсюда нести. Нам нужно электрошокер вниз притащить. Да, тащим электрошокер вниз. Ух, как громко. Сразу деду, дедушка! Дедушка! Запарывает нам все. Старпер, запарываешь мне все. Не пойдет. Так не пойдет. Мне не нравится. Ладно, пошли. Как получится. Вон она. Блин, не знаю, что делать. Нужен срочно дед. Пойдемте просто наверх за ножкой. Отлично. Ничего не поделаешь. Придется оставить ее здесь. Давай. Бежали. Побежали. Побежали. Ключ. Есть. Вот сейчас жопа. Нет. А! Скорей. Yes! А! Дробаш. Никак не открыть. О, ребят, погодите. Погодите. Я... Вот вся нижняя часть моего тела так сильно сжалась сейчас, что аж больно. Окей, ключ в нужном месте возле двери. Осталось, в принципе, всего ничего. Только добыть. Нет, я в ванной еще не посмотрел. Там же стекло можно открыть, там наверняка что-то есть. Просто нужно электрошокер добыть. Просто за ним пойдем и все. Давайте. Glass fuse? Блин. Ладно, выбросите. Она здесь, да? Она здесь. Куда пошла? Туда, что ли? Как же добыть электрошокер? Спасибо, дед. О, блин! Два паука? Куда они здесь? Они откуда здесь... Блин, хватит. Откуда вы все взялись здесь? Ладненько, друзья, осталось всего ничего. Надо просто добыть сраный электрошокер. Это уже третий день. Блин! Давайте так сделаем. Да, давайте так сделаем. Хорошо, рискнем. Риск. Нет! Плохой риск! Все, больше так не рискуем. Не надо. День четвертый. Да почему опять все вечно на грани? Почему я не могу пройти просто, чтобы по маслу все было? Я вот очень нервничаю сейчас. Прям жесть как. Паучки, давайте бегите на разведку, друзья. Скажите, где дед, где бабка? Вас уже трое здесь. С каждым днем что, все увеличивается, да? Это мои души. Заключены здесь. Телепучка. Окей, он пошел на кухню, видимо. Блин! Скорей!
No. Как же обидно, что пришлось лишить себя электрошокера. Это вот все мне портит. Я ничто без электрошокера. Ага. Значит, бабка играет. Где же дед? Блин! Черт, ну почему так страшно? Все, я пройду сейчас Грэнни и все. Я пройду ее и больше не вернусь в этот дом. На картышах, ребят. Давайте полезем на картыши. Вы не можете меня видеть. Я жру на картышах. Пиши все. Хотя, погодите, это шанс. Это шанс. Пойдемте. Блин. Да, есть. Музыка хватит. Нам надо понять, как привлечь внимание этих... Опа. Точно, то, что надо. Бабуля, приди сюда. Опять на кухне, а? Он опять на кухне туси, значит. Я слышу, как открылась дверь. Оп, стоп. Если дверь открылась, значит, возможно... Дед пошел в комнату. Берись! Почему я такой кривой? Ой, как много звуков издаю. Так, сначала тебя. Дед, ты! Бабушка! Давай, опа! Все! Это мой шанс! Значит... О, блин! Я же не поднял! Ну ничего страшного, это тоже работает. Оказывается, это тоже, блин, работает. Хорошо. Вниз. Окей. А, что еще было? Ключ от замка. Дверная ручка в ванной. Дверная ручка в чертовой ванной. Ага. У! Хватай. Дед. Я здесь. Ага. Дверную ручку в ванной. Быстро. Так, сюда. Тик. Вот это. Получил, не пугай меня. Родной. Есть. Давай, вызываем. Окей. Так. Ты. Старперчество. Где ты? Быстрее сюда! Я буду тебя на бабке ждать, если что. А теперь, прежде чем я уйду, я испоганю им их ребятишку. А ну быстро сюда! Быстро сюда! На, говно! Я коварен. Блин! Да! Есть! Смотри, лошары стоят. Обтекают. Да! С дверью легче всего, оказывается. Блин. А, мы это сделали? Слушайте, неплохо. Очень даже неплохо. Я надеюсь, я заслужил немножечко лайков. Немножечко-множечко. Немножечко... огромную кучу. Если заслужил, то поставьте много лайков. Ребята, огромное всем спасибо, что смотрели. Если вы еще не стали в доску своими, то обязательно это сделайте, нажав кнопку подписаться на канал. И не забудьте, конечно же, про колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. И также мои соцсети посетите, все ссылки будут в описании под видео. С вами был Юджин. И давайте, прежде чем попрощаемся, выдвинем голосование. Может быть, мне пройти Грэнни первую? Поскольку ее-то я и не прошел. Раз я эту полностью завершил, давайте пройдем Грэнни 1. Что вы думаете, голосуйте, вот подсказочка. Ну а с вами был Юджин, и всем по традиции мощнющие 5. Вы готовы? По-мужицки давайте. Даже если вы девушка, вы тоже можете по-мужицки дать 5. Прямо вот сейчас. 1, 2, 3 и 5.